Вопрос, если позволите, вот зашла речь о коррупции, но почему-то, когда дело доходит до суда, если доходит, то чаще всего и земля, и прочие все вопросы. Ой, это халатность. И все. И... Могу сказать, что вот у нас те дела, которые... Коррупция – это вообще определенный признак, поэтому я не знаю, что вы вкладываете в это понятие. Для меня вот наиболее яркое проявление коррупции – это взятка, да? То есть это из того, что вот мы можем сказать, что вот это точно коррупция, да? Все остальное – это статистические погрешности, да? Ну, то есть если имущество миллионное за копейки уходит, это никакой коррупции, никаких признаков, ничего? Ну, вот у меня таких дел нет пока, что имущество миллионное уходит за копейки. У меня вот из коррупции, то, что мы направляем по взяткам, людей осуждают по взяткам. Это вот я из яркого. Все остальное, это, наверное, дискуссионный вопрос, да, там, относится ли это к коррупции. То есть должна быть установлена какая-то коррупционная составляющая, да, то есть человек, должно быть установлено, что человек продал имущество и получил что-то с этого, да. Вы это имеете в виду, да, или нет? Ну, дела, сколько вот до этого, прошлые годы чиновники как землю продавали, потом пытались возвращать, а доказали, что незаконно земля была продана за копейки, а ответственность чиновникам в лучшем случае какая-то халатность. Ну, про это дело, наверное, решения суда еще нету, по этому делу, поэтому обсуждать его, наверное, тоже нельзя, если вы про землю, да? Я про землю, ведь там же уже заранее говорят, что, скорее всего, закончится все тем, что срок давности вышел. Ну, на самом деле вышел по тому преступлению, которое мы вменили. Ну, а почему там халатность, а не коррупция? Вот, для, еще раз я говорю, вернемся к началу моего ответа на ваш вопрос. Для того, чтобы это была коррупция, это необходимо установить, что кто-то действовал в чьих-то интересах, правильно? Да? То есть это необходимо объективное доказательство виновности, а не просто мнение людей о том, что вот если было продано за бесценок, значит это точно коррупция, да? Должны быть какие-то объективные доказательства. Мы по данному уголовному делу проводили различные мероприятия с различными спецслужбами для установления данных мотивов. Вот в ходе расследования этого мотива мы не установили, к сожалению. Я не буду говорить ничего, но мы не установили в ходе расследования какой-то коррупционной составляющей в данном конкретном уголовном деле.